Я хочу тебе позволить посмешить вас еще немножечко по поводу жизни в Америке. Да, в Америке жизнь вся в кредитах, но это настолько комфортно. Это абсолютно большая разница с кредитной жизнью в странах бывших СНГ. Здесь есть такое понятие, как кредитная история. Без нее вы навряд ли, не то что навряд ли, вы вообще не купите машину. Невозможно взять в аренду машину, к примеру. Почему здесь? Я, к примеру, взяла в аренду машину. И как я это сделала? Я прихожу в дилершип, выбираю машину, ту, которую я хочу и могу себе позволить с ежемесячной выплатой, да, за то, что я пользуюсь ею в течение 3 лет. И через 2-3 часа я выхожу с офиса на машине, при этом я заплатила только за документы $500. Все. На следующий месяц я начинаю выплачивать за машину и, естественно, insurance, страховка. Дальше. Мой сын на своем канале рассказывал вообще пошагово, как он покупал эти дома тем людям, которым это интересно, кто немного знаком с американской системой и кто в этом имеет хоть какое-то представление. Очень сложно, я понимаю, понимать, как здесь все устроено людям, для которых слово кредит это уже нервный тик. Здесь с этим очень комфортно, потому что американские кредиты дают возможность жить сейчас, не копить всю жизнь и доживать какие-то 2 дня последние на старости лет. А сейчас, я немножко утрирую, но я просто хочу передать ту картину, что здесь все реально, классно и комфортно. И здесь приходится тебе брать кредит. Да, система так устроена в Америке, что без того, пока ты не возьмешь кредит, у тебя не откроется кредитная история. И ты очень правильно, грамотно, систематизированно тратишь деньги и возвращаешь назад. Здесь надо пользоваться кредитными карточками. Я, например, кредитной карточкой покупаю продукты, да, и заправляю бензин. И мне идет фидбэк очень неплохой. Например, в месяц может быть $60-70 мне приходить на карточку за то, что я пользуюсь ею. И потом по поводу арендаторов, которые снимают дома, например, моего сына, да, 2 дома. Мой сын не платит за эти 2 дома, потому что за эти 2 дома платят люди, которые там живут. Еще быстренько хочу сказать, как в Америке здесь с домами. Если по молодости американцы купили дом, через лет 20-30 они выплатили полностью сумму, они его продают, потому что он поднялся в цене, и живут на эти деньги на съемной квартире. Вот так. И такой вариант есть.